Стивен, собирайся. Такси будет с минуты на минуту. Хорошо, мамуль. А куда мы едем? В соседний город. Нам предстоит путешествие на поезде на родину Деда Мороза. Здорово! Я так люблю кататься на поезде! Мам, ну когда уже поезд приедет? Наберись терпения, скоро будет. Привет, соседи! А вы что, тоже на родину Деда Мороза? Здравствуй, Сильвия! Да! Какое совпадение! И мы! Внимание, внимание! Будьте осторожны! Прибывает поезд к четвертому перрону! Прибывает поезд к четвертому перрону! Не оставляйте вещи без присмотра и будьте взаимовежливы! Счастливого пути! Добрый день! Есть какие-нибудь пожелания? Ну... Может, чай или кофе? Отлично! Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь! Ах, да, и это самое! С наступающим и счастливого Нового года! Как же здорово все-таки кататься на поезде! Чур, я сплю наверху! Это еще почему? Я хотел спать наверху! Еще слово, мелкий, и будешь спать в чемодане! Так, успокоились! На верхних полках будем спать мы с Глорией! Ну, мама, ты же мне обещала! Я два раза не повторяю! Ну что, теперь ты доволен? Все из-за тебя, мелочь пузатая! Отлично! Осталось только уговорить Стивена дернуть этот рычаг! Я уже представляю его лицо! Стивен, вставай! А, что? Что такое? Да тише ты! Пойдем скорее в коридор! А что, до утра нельзя подождать? Ночь ведь еще! Нет, нельзя! Давай, вставай, я тебе кое-что покажу! Закачаешься! Смотри, я нашел здесь какой-то рычаг! Давай его дернем! Брюс, мне кажется, он здесь не для того, чтобы мы его с тобой дергали! Ой, да брось ты, будет здорово! Понятно, ты как всегда испугался, Стивен, трусливый Кривин! Ничего я не испугался, просто... Испугался, только зря время потратил! Короче, я пошел спать, а ты так и не узнаешь, в чем секрет этого рычага! Секрет? И вправду, а что он, интересно, делает? Малыш, это то, о чем я думаю? Дяденька, понимаете? Не утруждайся, мне и так все ясно. Генри, подойди, пожалуйста, у нас здесь мелкое хулиганство. Что у вас здесь случилось? Доброй ночи, ваш малыш чуть не дернул за этот рычаг. Рычаг? Поверьте, это совсем не похоже на Стивена. И почему мне кажется, что здесь не обошлось без Брюса? Так. Я сейчас все всем объясню. В общем, я разбудил Стивена и позвал его в коридор, чтобы... Дернуть за рычаг! Нет, ну... Да, но погодите. Так вот, мы вышли, и тут я предложил Стивену... Дернуть за рычаг! Ну, в общем, да, но ведь... Что ж, мне все ясно. Так значит, ты опять взялся за старое? Но ведь... А я его еще на праздники повезла! Ну, какая же я наивная! Я... Так, стоп. Я, конечно, могу ошибаться, но раньше этого рычага я здесь ни разу не видел. Погодите, а ведь и вправду, его же здесь никогда не было. Ай, надоело. Стой, ты что делаешь? Ничего себе! Сынок, я знала, что ты все-таки у меня хороший. Ну, мам, скажешь тоже. Брюс, так ты что, просто хотел меня поздравить? Ну, в общем, да. Да уж, видимо, в Новый год и вправду случаются чудеса. Ребят, а заходите к нам, чайку с тортиком попьем. Разве что только по случаю Нового года. Да. Ребята, с Новым годом!